Ow! Ow! Ну, невозможно терпеть, ну, как не рассвирепеть. И за дня в день я ей говорю, что в лоб, что по лбу я смотрю. Ау! Повторяю, но без толку. Не надо устраивать горку. В раковине из грязной посуды вилы потом мыть туды-сюды, туды-сюды. Гора выше крана выросла, как твоя совесть такое вынесла. Зато грязная посуда не разбросана по кухне. Так не разбрасывай, все одно тухнет. Представь себе, ты попила чайку и сразу кружку мыть, разгонять тоску. И ты ставишь ее в раковину, тебе лень, чтоб потом день за день все лень да лень. В раковине жирная тарелка из-под борща, кружку сполосни, так нет плеча. Ты тогда кружку на тарелку бросила, и отмывать еще и от жира просима. Уже не сполоснуть, а реально мыть. Уже не сполоснуть, а мыть. Уже не сполоснуть, а мыть.